Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Добрый день. С наступающим праздником вас. Впервые по моей инициативе, потому что вы заслуженные люди, что вас пригласили в это здание. Я, как от примарии, примар, поздравлю вас с этим праздником. Ну и дальше от себя лично я вам вручу конверты, чем могу, тем помогаю всем людям, которые нуждаются в этом. Стало доброй традицией в начале октября отмечать значимый для нашего общества праздник. День работника сферы образования. Уважаемые учителя, директора и те, кто посвятил этой профессии многие годы своей жизни, это мероприятие сегодня посвящено именно вам, самым достойным, самым мудрым, самым уважаемым людям, вам, наставникам будущего поколения. Дорогие педагоги, ветераны педагогического труда, примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника образования. Примите же искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и безграничную благодарность за ваш труд, рвение, благородное служение Республике Молдова и родному городу. Георгий Ильеску, Петеля Валерию. Замечательная молдавская осень во всей своей красе приносит чудесные праздники. Праздники, которые не дают забыть о тех, кто живет на этой земле, кто работал во имя этой земли, кто воспитывает молодежь на этой земле и которые верят в будущее этой замечательной страны. Чудесный праздник, праздник бабушек и дедушек. Я никогда его не называю праздник пожилых людей, потому что бабушки и дедушки молодеют вместе со своими внуками. И сегодня мы находимся в канун еще одного замечательного праздника Дня Учителя. Необыкновенные люди-учителя, большой души, большого сердца, добрые, счастливые, потому что они всю жизнь работают с молодежью. Мне повезло. У меня за спиной 44 года педагогического труда. Я продолжаю сейчас трудиться, потому что силы и энергии для труда после, как мы говорим, того, что можно отдыхать, дают именно та молодежь, с которой я проработала так много лет. Дорогие коллеги, я вас поздравляю с этим праздником, пусть он всегда будет в вашей душе. А те, которые уже сегодня отдыхают, помните, что вас никогда ваши ученики не забудут. Пройдут года, столетий нити утонут в бездну, синюю бездну звезд. Но теплое слово «учитель» всегда растрогает до слез. Куличинская Ирина. Наш примарь, когда на ветер слова не бросает, я всегда смотрю по Бельцам его выступления, его, в общем, и мне очень нравится, что он работает от души, со всей любовью к своему городу, к своим людям, он уважает, любит своих людей, это очень важно для нас, и мы желаем вам, примарии, крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Thank you.